сегодня проходит соревнование? Есть ли какое-то отличие от предыдущих годов? Больше ли людей стало? Какой настрой у людей? Ну, мы переносили соревнования 3 раза, потому что не была готова дорога, вот. И количество участников в этом году получилось, из-за этого сократилось. 300 человек участвуют. Раздельные старты по возрастам, чтобы не было давки, путаницы или еще каких-то вещей определенных, вот. И мне кажется, это создало какое-то... Ну, может, такой какой-то массовости не хватает, потому что старты сделали раздельно, и каждый возраст бежит отдельно, возрастная группа, вот. Но в целом зато все проходит спокойно, без всякого напряга. Поэтому, ну вот, этот старт отличается, и я думаю, должно все отличаться, и каждый старт должен быть по-своему своеобразен. Молодцы, молодцы! Такого точно нет, второго, который на своем энтузиазме строит сбор нефтекам. Ну вот участники довольны, рады, что испытывают свои возможности на прочность. И я уверена, что ну, вы будете еще такие соревнования проводить, правильно? Да, безусловно. У нас впереди в этом году по планам ночной забег. Это мы побежим ночью с фонариками по городу. В планах, но это уже зимой, 3 января мы побежим зимний марафон очередной. В том году 600 человек принимало участие, поэтому готовимся. А также серия стартов «Железный варяг» выходит на республиканский уровень. И мы проведем 21 декабря полумарафон в Дертюлях. Дертюлинский полумарафон «Кызыл», серия стартов «Железный варяг». Это здорово. Для нас будет новый уровень. Да, у вас действительно новый уровень. Ну, давайте пожелаем участникам будущих соревнований, чтобы они уже готовились. Ребята, будьте с нами, бейтесь до конца. Спасибо всем за участие. Спасибо. Поехали! Бежала 4 километра, все супер, спасибо, с погодой повезло. Выражаю огромную благодарность Олегу Гарифуллину за крутой забег. Спасибо! Первый раз приняли в таких соревнованиях триатлон, вспомнили молодость, очень понравилось, все позитивно. Спасибо организаторам, было очень здорово. Ждем следующих соревнований. Он был очень классный, мне очень понравилось. И это было тяжело. Я 4-й раз уже участвовала в беге. Вот. Мы первый раз я участвовала, глядя на свою дочку. Я заразилась инициативой и решила тоже поучаствовать в этом мероприятии. Хочу поблагодарить всех организаторов. Все очень здорово. Очень здорово все спланировано, и большая поддержка чувствуется наших замечательных
участников. Всем спасибо. Сегодня я принимала участие в триатлоне дистанции суперспринт. Заняла первое место. Мне все очень-очень понравилось. Привет всем. Меня зовут Мария. И сегодня я первый раз приняла участие в Нефтекамском триатлоне на дистанции спринт. Было немного трудно, но все получилось. Я справилась, получила кучу эмоций прекрасных. Буду продолжать. В трейле участвую в первый раз. 21,1 километр на гору. Это было просто круто. Спасибо организаторам, спасибо Олегу. Просто прекрасное времяпровождение. Спасибо. Участвую первый раз. Уже второе место занял. Мне понравилось очень. Всем спасибо. Приехали из Уфы. Взял с собой детей. Проплыл, проехал на велосипеде, пробежал. Непередаваемые ощущения, классная погода. Устал вообще невыносимо, но кайф просто, блин, суперский. Спасибо организаторам. Классный праздник, классное мероприятие. Мы просто кайфанули. Мы, женская половина, всегда поддержим наших мужчин. Супер, мне нам понравилось все. Погода благоволила, все замечательно, нам понравилось.